Друзья мои, всем привет! Итак, сегодня у нас состоится очередной подбор автомобиля. Подборы у нас уже состоялись. Покажу вам два автомобиля, которые я подобрал. Также не переключайтесь, будет интересно в плане цен. Я покажу вам самые дорогие автомобили, самые-самые-самые дорогие автомобили на авторынке «Зеленый угол». Вы будете приятно удивлены, сколько они стоят. Итак, второй подбор автомобиля, который будет второй по счету, интересный. Мы также купили самый дорогой автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Мы автомобили проверяем без вашего участия. Вы получаете полный фото-видео отчет плюс рекомендации к покупке. Это называется штучный осмотр автомобиля. Также вы можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия. Без вас находим автомобиль, полностью его проверяем, диагностируем. Естественно, вам предоставляется несколько вариантов. Автомобиль отправляем. В общем, автомобиль вы получаете уже в своем городе. Вы можете приехать сюда вместе со мной, выбрать автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Как, допустим, сегодня была такая услуга в течение дня. На такую, кстати, услугу говорю постоянно, всегда. Друзья мои, записывайтесь заранее. Хотите ехать в конце мая, уже надо записываться. Вот. А мы с вами встречаемся, все обсуждаем, идем по рынку, выбираем с вами автомобиль. Допустим, сегодня... Практически три раза ходили по авторынку. Но сегодня был сложный поиск, об этом дальше. Также автомобили привозим с аукционов Японии. Кстати, пришло много автомобилей для наших клиентов. Потихонечку буду вам их показывать, вам выставлять. Не переключаемся, присаживаемся поудобнее. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписываемся. Напоминаю то, что в ближайшее время состоится розыгрыш услуги подбора автомобиля в течение целого дня, как только на моем резервном канале наберется 10 тысяч подписчиков. Ссылочка на этот канал сейчас прикреплена вот здесь. Заходите, подписывайтесь. В принципе, все видео, они туда дублируются, но скоро там появится что-то новенькое. Поехали, смотрим подборы. Вопрос — это Honda Fit Shuttle, гибрид. Бюджетный автомобиль. 850 тысяч рублей. То есть, опять же, нужно найти самый достойный автомобиль, который есть на авторынке «Зеленый угол». Так, ну что, искали идеал, то есть нужен был идеал, да, практически его нашли, друзья мои, но цена, я даже не знаю, цена 950 тысяч, цена за этот автомобиль. Да, здесь торгуются, да, он клевый, он обалденный, он офигенный. Пробег 100 тысяч, 950. Тут без комментариев. Но у него очень хорошее состояние и внешне, и по кузовщине. Давай, забирайте, вот насколько я даю, это 20-ку минус. Ну, что тут сказать. 4 балла, 102 тысячи пробег. Круиз, полный руль, подогрев, зону дворников, вариатор. Машина хорошая. Проверяем, забираем, уезжаем. За 950? А? За 950? 880. А, 880 уже? Уже 880. Ну вот это скидки сегодня. Значит, что я вам могу сказать? Купили самый дорогой автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Я что-то немножко опешил. Это был очень сложный поиск автомобиля. Мы по рынку ходили практически 3 раза. Изначально бюджет был 800 тысяч рублей. 800. Были достойные варианты, были, но тут нужен был новый. Вот, новый автомобиль в салоне. Вот. Нет, не мой автомобиль. Даже не знаю, что сказать. Короче говоря, данный автомобиль я вам сейчас его покажу.
Он стоил 950 тысяч рублей. Мы его видели, мы к нему не подходили, потому что бюджет был 800. Потом планочку немножко подняли. Короче говоря, подошли 950. Чудесным образом нам сделали скидку. Скидку отдают его за 880 тысяч рублей. Ну да, это дорого. Дорого, но состояние автомобиля обалденное, клевое. Я не побоюсь этого слова. Это реально, это самый лучший автомобиль на авторынке «Зеленый угол» на сегодняшний. Да и вообще, в принципе, я таких шаттлов, это фит-шаттл, я в таком состоянии просто еще ни разу не видел. Сейчас вам внешне покажу. Были у нас варианты с пробегом 85 тысяч. 85 тысяч отдавали его за, по-моему, 810 тысяч. Вот, были машины по 830 тысяч, все варианты были хорошие, все варианты можно было рассматривать в покупке, но вот здесь прям вот, короче говоря, Honda, они все в какой-то степени, да, есть какие-то маленькие рыжики, но здесь вот прям хотелось купить машину без единого рыжика, ну, нашли такой, но дорого, я уже, наверное, несколько раз сказал дорого, потому что это дорого. Итак, это 11 год, 6 месяц. Сканером все посмотрели, все нормально. Значит, у него кожаный руль, руль идет полный. Функция подключения телефона, меню, эко-режим, антиюз, подогрев зоны дворников. У него идут два ключа, один идет смарт-ключ, второй ключ идет вот такого обычного плана. Значит, дворники можно регулировать по быстроте, да, быстрее, меньше. Комплектация, ну, здесь нет лепестков, нет подогрева в сидении. Вариатор, климат-контроль, штатная магнитола, мультируль работает. Вот здесь вот такой момент есть по ковру. Да не успеет, да, уже не успеет. Но здесь состояние, смотрите сами, кто понимает, что такое Honda, я думаю, тут все поймет. Специально вот так вот показал. Значит, у него нештатное литье. Литье здесь идет дорогое. Он на зимней резине. Повторитель, бесключевой доступ. Идет на обвесе. Очень хорошее состояние кузова. Я никогда не говорю идеально. Никогда. Вот пару коцок есть на бампере. Состояние автомобиля снизу, по-моему, я уже показывал. Но шикарное, шикарное состояние. Стоп-сигнал, хром. Ремкомплект проверяется, все на месте. Сейчас будет замена масел на автомобиле. Аукцион соответствует, Валиада бьется. Давайте я вам покажу, сколько стоит здесь автомобиль. Итак, это Альфа. Значит, 11 год, 9 месяц, пробег 61 тысяча, аукционная оценка 4,5 балла, стоит она 1 411 000 рублей. То есть автомобиль бьется статистике 4,5 балла, 61 тысяча пробег, кузовщина на автомобиле идет целая 4,5 балла. Рядом стоит Рашик, это Toyota Rush, 9 год, 2 месяц, пробег 30 тысяч на автомобиле, он 4 балла, G-комплектация. 1 300 000, да? 1 311 000. Тоже бьется по статистике, пробег 30 тысяч километров. Он идет 4 ВД, они есть заднеприводные. Это стоит Honda Shuttle, 19 год, Z-комплектация. Z это максимальная комплектация, идет пробег на автомобиле 59 тысяч, 4,5 балла, BB.
58-667, кузов идет тоже целый, 1 миллион 600, да? 11. 1 миллион 611 тысяч рублей. Значит, Honda Freed, это не спайк, обычный Freed. Он 14 год, второй месяц, пробег 106 тысяч, аукционная оценка 4 балла. Кузов Б, салон Б, 1,5 литра, передний привод, не ржавый, в родной краске. Цена? Миллион. 1 миллион рублей. За ним стоит равчики. Вот, кстати, кто-то спрашивал, старые равчики. 11 год, пробег 77 тысяч. Автомобиль также пробивается по статистике. 4 ВД в максимальной комплектации. 4,5 балла. Также бьется по статистике. 1 миллион 880 тысяч рублей. Хорек, 8 год, пробег 63 тысячи. Также, видите, все машины бальные. 4,5 балла, это 2,4, передний привод, GL Package премиум комплектация, он на коже, стоимость? 1 960 000. 1 960 000 рублей. Что у нас еще интересного есть? Honda CR-V, пробег 83 тысячи, опять 4,5 балла, 2,4 мотор. А, так, 83 пробег, цена? 1 880 000. 1 880 000. Это у нас хорек стоит, ну я это называю старый кузов. Значит, 9-й год, пробег 79 тысяч, 4,5 балла, 3,3, 4 ВД, гибрид, А кузов идет тоже весь целый, 4,5 балла, стоимость? 2,360. 15-й год, 88 пробег, 3,5 гибрид, 4 ВД, стоимость у него? 3,300. Prius стоит 10-й год, 30-й кузов, 74 тысячи пробег, 4 балла, 1,8, гибрид, G-Touring, комплектация, Selection. Боюсь спрашивать по стоимости. 1 200 000. Себестойка 1 300 000. Я на полном серьезе. 1 300 000 себестоимость, сегодня отдают за 1 200 000. А в XB сколько стоит этот? 1 411 000. 1 411 000. 1,8. 15-й год. А равчик 19-й год, пробег 12 тысяч. 3 200 000. 3 200 000. Да. Охренеть цены. Охренеть. 4,5 балла, 12 тысяч пробег. Алло. Ребята, вариант. Значит, 13-й год, синий, 1,8. У него хорошая комплектация. Значит, рассматриваем его как. Рассматриваем его к покупке. Он не ржавый. Пересмотрели довольно много вишей. Здесь состояние обалденное. Кстати, на выбор было три виша. Три. Одинаковой комплектации, по одинаковой стоимости. Остановились на вот этом, потому что здесь действительно ржавчины нет. Значит, он на линзах, он на туманках. Штатное, литье не штатное. Резина 14 год, но резина... с такой резиной автомобиль продавался. Это идет рестайл, бесключевой доступ, подрулевые лепестки, кожаный руль. У него идет окрас крыла. Здесь была коцка. В принципе, у него все соответствует аукционному листу. Да, нет, не соответствует. Значит, здесь элемент идет крашеный, подкрашен уголок крыши. Уголок, не вся крыша. 3,5 балла аукцион, 127 тысяч пробег. Ну вот, ребята взяли его на заметочку. Чистый, аккуратный, приятный салон. У него идет... Ладно, сейчас мы туда дойдем. Здесь ткань, пластик. Сиденья здесь у нас двигаются вперед-назад. Салон, так называемый трансформер. Вот так. Сейчас покажу вам состояние снизу. Обалденное состояние. Так, сканером проверяем все системы. Кнопка старт, у него антиюз, и он идет с мультирулем. С круиз-контролем их нет, это большая редкость. Также есть подрулевые
лепестки. Значит, камера у него обычная, без траектории. Посередине бардачок. В общем, вот такой. Чтобы понимали, да, сканер видит всю электронику. Выдало то, что не работает задний правый стеклоподъемник. Мы его сделали. Сейчас выдает то, что не работает задний левый стеклоподъемник. Если я кнопку жму, он не работает. С этой стороны он работает. То есть его нужно просто обучить. Обучается он путем нажатия кнопки до упора на несколько секунд. Потом также поднимаем стекло. Кнопка до упора на несколько секунд. И проверяем. У нас все заработало. Сканер Launch X431 Pro, ребят. Это очень хороший сканер. В общем, сделали выбор на данном автомобиле. Был еще белый на осмотр. 14 год. G-комплектация. Но все-таки выбор пал на синий. Не знаю, по мне так белый. Стопори идут рестайл. Сзади метла, дворник, дополнительный стоп-сигнал. Выбор хороший. Хороший выбор. Сейчас там вопрос решает по перерегистрации на сцепе. Кстати, давайте вот покажу вам. Так, мне как всегда одной рукой, ребят, не очень удобно все делать. Что, смотрите, получается практически ровный пол. У меня был виш, в више спать можно. Здесь вот крючок, стеклоподъемники идут в одно касание. Спинка второго ряда кресел, сиденья тоже регулируется по наклону. Очень удобно. Бесключевой доступ сказал. Есть у нас лифт сидений, антиюз. Значит, сканером все прочитали, все устранили, все у нас идет отлично. Хороший, достойный. Кстати, монитор у нас еще есть. Задним пассажирам повезло. Ручник у нас здесь идет ножной. Мультируль сказал, кнопка старт, антиюз. В общем, 10 рублей скинули, десятку. Я считаю, за эти деньги хороший, адекватный вариант. Это лучший вариант на рынке. Реально, вот на сегодняшний день это самый лучший вариант на авторынке «Зеленый угол». 1 190 000 рублей. Процедура стандартная. Забрали машину, заехали поменять масла, фильтра. Но здесь меня решили менять масло только в двигателе. Вот такой вот, ребят, обалденно дорогой Fit Shuttle сегодня был подобран. На сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят.